Более 31 тонны гуманитарного груза будет доставлено из Верхневолжья жителям города Бердянск, Запорожской области. Непродовольственные товары были собраны региональным правительством, Главным управлением МЧС России по Тверской области, волонтерским сообществом «Добро-69ЗВ». В состав груза вошли более 60 единиц технических средств реабилитации для гериатрического пансионата, материалы для ремонта коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Кроме того, в преддверии 1 сентября переданы более 3000 новых учебников, 500 рюкзаков вместе с канцелярскими принадлежностями, а также более 220 единиц школьной мебели и оборудования для оснащения классов. Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом было подписано в августе 2022 года. Уже отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи.